Самые юные жители ЖК «Город Набережных» отметили начало школьных каникул спортивным праздником. Местная управляющая компания «Жилищные инициативы» совместно с администрацией города провели для детей турнир по дворовому футболу. Очень здорово, когда такие турниры проходят у нас в городском округе Химки. Это в детях воспитывает коллективизм, дружеское отношение и идут друг за другом. Это в нашей жизни очень сейчас необходимо. И я желаю этим ребятам не останавливаться на достигнутом пути и идти по жизни только вперед. Жилищная инициатива регулярно организует спортивные мероприятия в течение всего года. Например, зимой здесь проводили турниры по хоккею и занятия по фигурному катанию. Впереди еще целое лето, и, по словам организаторов, здесь пройдут и другие соревнования по различным видам спорта.